Любимые, как вы думаете, что сейчас происходит? Это стоун-терапия. Ничего подобного в своей жизни более приятного я не испытывала. Такое тотальное расслабление. Посмотрите, камень на жевательной мышце снимает челюстные блоки. На руках снимает напряжение в шейном отделе. На ягодицах отпускает боли в пояснице. На задней поверхности бедер возбуждает ваш божественный клиторочек. Боже, как приятно. Нет мочи даже говорить и комментировать, любимый. Потому что каждый раз, произнося слово, я чувствую, как я от этого трачу энергию, а мне хочется ее абсорбировать, аккумулировать. И потом уже точечно направлять на заданные цели и барбароссовские планы. Любимые, любите свои тела, наполняйте их энергией земли, потому что камень – это стихия земли, который своим теплом снимает блоки с вашего тела, активизирует все энергоцентры, биологически активные точки и снимает напряжение с тургоров, снимает напряжение с разных частей тела и позволяет ваше тело трансформировать, наполняя его сверхсилой. В общем, после такой стоун-терапии происходит второе рождение тела. Любимые, благодарю вас за внимание. Желаю вам той же практики, насладить свое тело той же практикой. Увидимся на стоун-терапии. Жду вас.